Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И в этом ролике я продолжаю вас знакомить с сайтом My Buying Guides. Те, кто не видел первую часть по регистрации, могут посмотреть ее вот здесь или вот здесь, плейлисты по отдельным сайтам. А в этом ролике мы рассмотрим настройку аккаунта, что очень важно. На этом сайте реферальную программу и расскажу о распределении доходов по балансам на вывод и на репуршенс баланс. Итак, по порядку. Настройка аккаунта. Настройка аккаунта после того, как вы залогинились на данном сайте, еще одна подробность. Вот смотрите, на такой вот странице еще раз вот здесь выделено, что мы никогда не будем вам посылать никаких сообщений по имейлу с просьбой подтвердить что-либо. В первом ролике об этом говорилось. Вот еще одно такое же подобное сообщение. То есть все подобные письма являются фишингом. И вот со страницы на странице новостей вы можете прочитать все последние новости, в частности, вот опять же о реферальной программе говорится, что с 12 числа мы опять возвращаемся к 10% реферальной программе. То есть была 12% вознаграждение, прибавились чуть-чуть, сейчас опять 10% реферальных. Это мой аккаунт, как видите, он абсолютно не настроен. Ничего здесь пока не делалось. Все это мы будем проделать вместе с вами, чтобы и вы видели, как это делается. Итак, с верхних вкладок, их здесь очень много, будем идти по порядку. Вот с этой второй Members Tools переходим по Profile и попадаем на такую вот страницу, страницу профиля. Здесь, ну, естественно, ваше имя, фамилия, адрес почты, с которой вы регистрировались, ваш логин. Я здесь поубирал сейчас для записи ролика свой адрес и остальные графы, чтобы показать, как это делается. Итак, для своей аватарки выберите файл, нажимаем на эту кнопку и выбираем файл с компьютера, загружаем сюда. Далее, здесь из выпадающего списка выбираем страну проживания. Здесь записываем адрес. При регистрации мы адрес записывали, я тоже записывал, сейчас почистил перед записью. То есть эти данные мы можем освежить. То есть у нас может измениться и адрес. Контактный номер, номер телефона вот здесь. Как, в каком формате его записывать, тоже в первом ролике показывалось. И вот здесь уже, внимание, выбирается процессор, с которого мы хотим работать. В выпадающем списке выбирается процессор. Процессор выбирается один раз. Как сказано в правилах, его изменить нельзя. И я бы с большим удовольствием работал через PayPal, если в моей стране он работал. Но у кого не работает PayPal, могут с Payzy работать. У нее на этой платежке тоже есть политика возврата вложенных средств. Если что, всегда можно открыть диспут и вернуть вложенные средства, если сайт улетел в небытие, так скажем. Ну а с других платежек, ну, для того же, допустим, биткоина, здесь надо записать свой адрес биткоин кошелька, и на остальных аналогично платежках записать и нажать на кнопку update, то есть освежить информацию. Информация у вас сохранится. Сохранится информация в этом окошке, можно поменять пароль. Здесь записывается действующий пароль, здесь новый.
здесь повторяется новый пароль. Как должен выглядеть пароль, тоже в первом ролике об этом рассказано. И вот это вот окошко третье на этой странице, оно нам важно для осуществления транзакций. Здесь секретный вопрос и ответ на него, повторяем в третьей графе, опять же ответ, два ответа. Обычно на таких сайтах бывает вот в выпадающем списке какой-то выбор секретного вопроса и ответа на него, здесь этого нету. В каком-то ролике я говорил, что здесь вы просто можете на латинице набрать слово, допустим, вопрос, здесь слово ответ, и здесь повторить это слово ответ. Вот главное, что все это надо записать на бумаге, чтобы знать, какое у вас был именно, какое слово у вас означало вопрос и какое слово у вас означало ответ. Для того, чтобы при совершении транзакции с помощью этого слова совершить необходимый перевод или вывод или остальные действия, связанные с финансами. И третья вкладка, которую сегодня рассмотрим, это наши реферальные инструменты, promotional tools. Вот они под этой вкладкой, здесь баннеры, здесь страница захвата, здесь email, текстовые имейлы на английском, которые, ну, шаблоны. С последней вкладки, например, можно друзьям сделать рассылку прямо с самого сайта на почту. А это текстовые объявления. Выбирайте любое из них, ну, допустим, вот баннеры. Нажали, и мы видим, какие баннеры. Вот меня выкинуло пока. Сейчас по новой. Вот это, кстати, вот был вопрос, а с чего берутся деньги. Вот это страница логина, так называемого. За это заплачены деньги, живые деньги. И вот с этих доходов, например, это один из видов дохода, которым админы делятся с остальными участниками. Вот отсюда и идет прибыль, так называемая. Наша прибыль за то, что мы вот посмотрели эту страницу, кто-то заплатил деньги. Итак, promotional tools, ну, баннеры возьмем, посмотрим, какие у нас есть баннеры. Вот такие у нас баннеры, вот они. Можно брать коды HTML, как брать ссылки, есть сайты, на которых надо вставлять ссылки на картинку. Вот можно вот скопировать вот так вот от кавычек и до кавычек и эту ссылку вставить, она приведет на этот баннер. То есть у нас и ссылка на баннер здесь есть. И продвигать свой ресурс. Я что-то забываю на главной странице, сейчас надеюсь вспомнить. Что-то забываю из того, что вам обещал. А, по балансам, да, по балансам, как они распределяются. Значит, на баланс вывода ежедневно ложится 70% и 30% на баланс перепокупки. Но в выходные дни, в субботу и воскресенье, баланс изменяется 90% на вывод и 10% на repurchase баланс, на баланс перепокупок. Выводы производятся по рабочим дням, с понедельника по пятницу. Что еще? Что еще по этому? Начисление каждые 30 минут по купленным пакетам. И, ну, процессоры мы увидели,
Вот они еще раз, PayPal, Paisa, Perfect Money, Solid Trust Pay и так далее. Автоматически. По биткоину, ну как обычно, по биткоину надо ждать. Ждать подтверждений. Здесь опять же пишется, что мы за пакет покупаем. И с этим тоже разобрались. Разобрались. Настраивайте профиль. Заполняйте, выбирайте платежную систему, с которой хотите работать. Пополнение баланса и покупка пакетов будет рассмотрено в отдельном ролике. Реферальная ссылка на странице логина, на главной странице, вот под этой вкладкой Overview, ваша именно стартовая страница, и вот здесь вот реферальная сама ссылочка. Копируем, продвигаем, приглашаем партнеров. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.